можно под фелем. Тогда также погнали. Вот. Мы готовы. Так, давайте начнем с первого отдела. Что у нас лежит в первом отделе? В первом отделе у нас лежит... мелочи, что я игрушечка. Я никогда не могу быть без игрушки, потому что мне очень страшно. Ну, я их люблю. Духи. Если я там выхожу на улицу, пытаюсь дальше. Космическая птичка. У меня своя взрослая косметика. Это просто я их за 200 рублей покупала. Просто на улицу, когда выходишь. Да, нет. У меня тут еще кисточка потерялась. Ну, так и пальцами наношу. Это как птичка и губная помада. Ну, и, конечно же, наклеечки. Ну, как он называется стикер, вот такие наклейки. У меня тут все очень много наклеек. Я любитель наклеек. Вот даже. С этим отделом мы покончили, так что давайте приступим к моему любимому отделу. Дальше. Мой личный дневник. Вот, сколько я с ним закончила. Прочитать я вам не... Куколка, ты снимаешь. Вот. Ну тут... Вот этот отдел я успела не смотреть. Вот этот отдел, это я сама писала тоже. Там все, это моя подруга писала. Вот даже вот. Ну и последнее вот такое отдел. Что у меня дальше лежит? Пупыц. Это когда у меня стресс. Ну как же без еще одного пупыта? Дальше. А, и что у вас? Ну, ладно. Моя любимая. Очень люблю, когда мне прямо, например, так грустно я это беру. Как грустно. Вот так тянуть обычно. Дальше. Собаки. Ну, вы думаете, это поза какая-то, ну, например. Например, ящерица или как-то. Гусеница, да? Но это была собака. Вот тут хвост. А вот тут лицо, но мне мой котенок так все отгрыз, тут прям все отгрызло, было поцарапано, и я просто отрезала, и получилось вот так. Потому что там очень красиво было. И, конечно же, карандаш. Чтобы выделять, это все для моего блокнота. И точилка, если карандаш сломается. Ну и кундиль. Дальше, что у меня в последнем отделе. Последним делом у меня лежит капсула. Я не знаю, что у меня тут есть. Не знаю, почему у меня тут капсула лежит. Ну ладно, давайте посмотрим, что там лежит. А, ну поняла. Так, это вот такие звездочки. Вот такие. Тут синий, розовый и зеленый. Как же без этих звездочек? Вот, дальше у меня есть резинки для прически. Просто когда я выхожу гулять, мне всегда, я на всякий случай, когда я выхожу гулять, чтобы мне вот так хвост не мешал, я беру резиночку и себе завязываю вот такую штучку. Ну, дальше. Кошелек. Естественно. Книжка, потому что я люблю очень сильно читать. Расчетная школа, точнее, и расчетка детская, потому что я не люблю взрослых, потому что взрослая у меня есть вроде мишки, у меня столько места занимает это. А так это детская, и я нахожу, что вот расчесывая. Так что, бывает, подходит. И больше у меня в последнем ничего нет. Итак, вы были на канале... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.